Чемпион мира по игре в Го Кэдзе проиграл первый матч компьютерной программе AlphaGo. Еще две встречи между спортсменом и искусственным интеллектом пройдут 25 и 27 мая. В марте 2016 года серию игр с искусственным интеллектом провел южнокорейский чемпион по Го Ли Седоль. Призовой фонд составил 1 миллион долларов. Тогда в 4 раундах из 5 победила компьютерная программа AlphaGo. Ассоциация игры в Го Республики Кореи присвоила программе высший 9-й дан. История Го насчитывает 3000 лет. В мире ей увлекается не менее 40 миллионов человек. Число комбинаций на игровой доске достигает 10 в 170-й степени. Будущее принадлежит искусственному интеллекту, это неоспоримый факт. Однако ни один компьютер или программа не смогут почувствовать такую любовь к Го, как это делают большинство людей. Скажу, что по сравнению с прошлым годом, разум AlphaGo сильно прогрессировал. В прошлом году он играл как человек, но на этот раз почти как бог.